В Усть-Майском Улусе прошло первенство по борьбе хапсагай и по вольной борьбе среди школьников. Одни из самых популярных видов спорта в республике имеют своих поклонников и в Улусе. В первенстве принял участие не один десяток юных спортсменов. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. В детско-юношеской спортивной школе прошло первенство по борьбе хапсагай и по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ, посвященное 85-летию со дня образования Усть-Майского района. В первенстве приняли участие 3 команды из 3 сел района. Отрадно видеть, что в соревнованиях по борьбе хапсагай ежегодно растет количество участников. А соревнования по вольной борьбе среди учащихся, районные именно соревнования, мы проводим впервые. Спортсменов приветствовали и пожелали удачи местной администрации и управления образования. Участие в соревновании приняли около 60 спортсменов. Благодаря тренерам команд борцы были хорошо подготовлены, поэтому соревнование прошло в упорной борьбе. Соревнования проводятся в честь 85-летия Усть-Майского района и 60-летие развития вольной борьбы в республике Саха-Якутия. Вольная борьба считается спорт номер один в республике, поэтому вот массовость у нас сегодня, я бы сказал, очень даже хорошая. Ну и в дальнейшем, я думаю, еще будет прибавляться. Со времен глубокой древности и до нашего времени борьба хапсагай и вольная борьба являются украшением национальных праздников Якутии. Поэтому национальные единоборства являются постоянными в таких районных мероприятиях. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.